Здравствуйте. Расскажите, как прошла сегодняшняя игра для вашей команды? Да, сегодняшняя игра прошла, в принципе, с положительным результатом. Мы проиграли 4-1, но играли хорошо, особенно в втором тайме. В первом тайме немножко хватило собранности, вот, и плохо, видимо, размялись. Второй тайм был интереснее. Соперник достойный, сильный. Я думаю, они займут призовые места. Желаем удачи в этом сезоне. А как вы думаете, над чем нужно работать в команде, чтобы улучшить результаты в дальнейшем? Дисциплина, в первую очередь. Вот, ну и сплоченность, больше подсказано на поле. Дружнее играть в футбол. Ну, в принципе, и так все получится. Уже как лучше. Играем, уже набираем ворот. Дальше будет лучше.